Всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импалта, я выиграл турнир за... забыл кого, как он называет, сейчас я вспомню только. Вот у нас тут новый турнир начался с Меладоном, мы его сейчас будем проходить еще. Как тебя зовут-то? О, выиграл, и он, кстати, стрит сколько стоит? Да, в турнире, конечно, было трудно победить. Очень трудно. Он, короче, стоит 7000 ДНК, и это эрликозавр. Да, надо сделать скриншот. Только на вспомнить, как делается скриншот. А, ну, короче, ладно. Вот такие дела. Давайте заберем деньжата. Здание я тут открою. О, шикарно, новый уровень у меня. Статуя мозазавра есть даже. Территория больше, уровень схватки 36. И набор загадка, нифига себе. К сожалению, у меня денег нет там кого другого покупать. Так. Мои випки. Этого я себе прокачивал, чувачка. Ой, блин, чё я так монетки-то собираю? Вот так надо. Все. Тут соберем 66 тысяч. Тут еду соберем. Там деньги и еду. И сейчас, короче, гу выводить этого чувачка золотого. Да, его тяжело, его пипец. Как же было тяжело войти в лигу лучших 1%. Это ж просто жесть. Как было тяжело бороться за эту прелесть. Сейчас только интересно, обрадует ли она меня. Сейчас следующий турнир будет Горгозавр. Постараюсь выиграть Горгозавра. Ну чё, давай прокачивайте. До хрена жрёшь-то. Не то слово, до хрена жрёт. Так, это 10 уровень, 871 жизик и 181 атака. Интересно, что будет, если я его до 40 уровня доведу. Это, наверное, будет просто жопа. Он же сильный чувак. Прикол в том, что я его выиграл, теперь могу спокойно покупать еще в магазине и прокачивать его. Вот, теперь он серьезный такой. Я смотрю, стал. О. Да, так-то мощненький, да? Охренеть, я вот только вот не верю, как так вышло то, что я его могу покупать. Я вот его выиграл, и теперь я его покупать могу. Или стоп, ограничено. Уровень 40. Не понимаю, ничего в этом ограничено. А, наверное, он типа вот один такой единственный, и я его теперь могу вот, короче, бесконечно покупать. Типа, его просто так не получить, надо выиграть было в этом турнире, и он вот типа такой единственный, все понятно. Так, ну что, Гуза с Меладоном поборемся. Так, вот тут мои прокачанные випки.
Его еще возьмем для приличия. Сейчас мы попробуем испытать этого нашего нового героя в бою. Но только вот после вот этого турнира. Эй, ты чё хоть? Сдурел? Чё вынес-то? Всё ж нормально было, ты чё? Буду его, короче, до 40 уровня прокачивать до этого чувачка. Ага, бой не посчитали, прикольно. Так, ну-ка. Ага, вот так сделаю. Прикольно жить получится. Мощно. Ты чё, кранозавр 40 уровня? Нифига себе, его даже не узнать. Ты чё, пацан? Я его и не узнал. Только вот сейчас название прочитал и понял, что это он. Ну ладно, пофиг, я сейчас затащу всех своим генодусом мощным. Генодус 30 уровня, чё творит? Что-то такое ж. О, плезиозавр. Да тут моя команда почти вся. Пиз, просто махнул лапой и все, нет плезиозавра. Тупо ставит атаку 3, вот всегда. Чё хрень умается? Ну ладно, завершим, никогда не дал фаталити генодуса. А, такое что ли? Ну это все объясняет. Лыба. Прикольно. Так, теперь еще один генодус. Ну, я думаю, знаю, кто будет против генодуса-то идти. Мы ж знаем между тобой, кто пойдет-то на генодуса. Жаль, что у меня еще нет випки. Где моя випка? Ну вот это вот, вот у меня тилозавры, там еще один, это слабые. Для против вот этих будут. Так, он много ответить не может, ничего страшного, врежь ему. Стоп, ты чё? Давай атаку 2 на него. Ах, он говнюк очки набирает. Хитро. А это мозазавр 40 уровня, охренеть. Стой, чувак, прошу. Нет. Ну зачем ты это сделал? Блин, я его не остановлю так быстро, не на датчике. Не атакуй. Блин.
Вот приспичило. А у меня не было другого выбора, как я бы его загасил-то. Так, это получается атака 6 и щит 1, да? Пипец. Капут. Мне. Чувак, ну не трожь меня, прошу. Не убивай меня. Ё-мазай. Ладно, еще раз. Попробую. Начну со слабых. Закончу сильным. Я придумал тактику. Еще раз давай. Так вот, раз Геннодус, Скорнозор, Леопарь, Вородон, правда, в другом порядке будут расставлены. Я все на Геннодуса все очки отправлю и все и затащу. А вы пока очки будете тупо набирать. Дурачок. Давай, давай, сноси. Дурак. А вот теперь сейчас затащим. Сейчас будем тащить. Геннодус почти 40 уровня. Так, это супер. Давай атакуй. А чё ты все эти атаки не атаковал? Ты ж любишь. Ну ладно, мне посрать, я тебя все равно убью. Ты мне своим мозазавром много чего не сделаешь. Практически ничего не сделаешь. Не сожрет, смотрите, он не сможет. Я затащил, класс. И опять Геннодус лидирует. Кстати, скоро проведу стримы обязательно. Нас уже набралось нормальное количество подписок. Надеюсь, в стриме будет больше человек теперь. Я же специально старался для вас, чтобы вам было интереснее общаться в лайв-чате. Так. Бана к минусу. Какой интересный бой нас ждет. И я ставлю свою VIP-команду. Ты атаку-то производишь. Вообще, что ли, берега попутал? Ладно, не важно, мы тебя сейчас лопаем нахрен. Ах, говнёк. Хитрый. Чущ. Завип. Странный. О, у тилозавра атака больше, я охреневаю. Прикол. Ну, шикарно. Короче, я выиграл набор. Теперь сможем себе нового чувачка покупать.
Давай, давай, наборчик мне давай. Так вот и набор с мелодон. 100 баксов, 100 баксов, 36 тысяч еды и наш смелодон. Его подробно разглядывать. Вот, значит, у нас, смотрите, супер редкий. Скоро мы, походу, будем участвовать в боях Кайназовской, я так чувствую. Сколько ты стоишь у нас тут в нашем магазине? 2000 ДНК. Это серьезная цена, слушайте. Давайте его покормим, посмотрим, каков он. О, серьезный какой. Как рычит-то. Чё? Вау, смотрите, как он охотится. Это Дудо, не трожь Дудо. Не надо Дудо трогать. Откуда этот камень взялся? А, вон, наверное, этот камень. Это жестко. Охренеть, у него, значит, зимний биом вон. Ну, Дудо это жестко. Смотрите, как он жрет Дудо. Пипец. Монстр. Вот ты хищный чувак. Ладно. Ну что ж, как я и обещал, в конце видео мы сходим в поединки и попробуем нашего нового эрликозавра. Вот прям сейчас. Давайте вот так пойдем и сразу его попробуем в бою. Сейчас противник просто охренеть должен то, что у меня есть этот эрликозавр. Зато у него есть секондозавр. И еще какой-то. А у меня новый есть. Ладно, го очки набирать. Тащить придется, как батька. Так и думал, что еще два поставят. Ну что, давай, атакуй. Пора. О, молодец. А теперь посмотрим, как он сейчас его вынесет. Наш эрликозавр 20 уровня. О, как раз столько, сколько надо. Давай, гаси. Охренеть четко. Ну давай его еще забери просто так. Беспощадно. Вот ты четкий, эрликозавр. С тобой даже сражаться не страшно. Пацан, у тебя больно слабый секондозавр. Ты это знал? Ну ладно, ты все равно пробил. Не, эроликозавр, он даже хорошо себя сыграл. Но его бы покачать немножко, правда. Тогда будет супер. Сейчас рулет крутанем и завершим серию.
Ну, неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий Jurassic World. С вами был Тутемпаут. Всем удачи, всем пока.